Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер в ходе беседы уведомил Эрдогана о пересмотре военной поддержки союзников в Сирии. Трамп подтвердил приверженность стратегическому партнерству между США и Турцией, в частности, в борьбе с терроризмом во всех его формах и укреплении региональной стабильности. Президент также проинформировал Эрдогана о предстоящих корректировках военной поддержки, которая оказывается нашим партнером в Сирии, сообщили в Белом доме. Тут отметил, что ранее главами Турции Мевлючеву Шаглу заявил, что Трамп заверил Эрдогана по телефону в том, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара причисляет к террористам.